эта война положила конец нашим мечтам. Ты знаешь, все, что мне хотелось тебе сказать, вылетело из головы, словно ветер. Скорей, смотри, там твой брат. Ты теперь одна здесь осталась. Береги дом, ладно? Жизнь дороже любого богатства, а честь дороже жизни. Помни об этом. Я отправляюсь на фронт. И если вдруг я не вернусь... Разве такое можно говорить на прощание? Здравствуйте, вновь прибывшие! Вы попали в тренировочный лагерь. Здесь вы научитесь всему, что должен знать советский боец. Воздух! Все в укрытие! У меня получите. Ах ты, мразь. Брат! Что с тобой, брат? Алмагуль Кулебекова. Значит, хочешь поехать на фронт? Я знаю твою настоящую фамилию. Так значит, вы хотите отдать меня под суд? Да нет. Я решил, ты поедешь на курсы операторов.